Согласно официальным источникам, на юге Афганистана в Кандагаре взорвался заминированный грузовик. 40 человек погибло, 60 ранено. Взрыв произошел с наступлением сумерек, когда афганцы завершали пост в священный месяц Рамадан. От взрыва загорелся ресторан, несколько домов полностью разрушено. Теракт произошел через несколько дней после президентских выборов в Афганистане. Это продемонстрировало масштаб проблем, с которыми предстоит столкнуться победителю. Предварительные результаты выборов показали, что оба претендента на победу, президент Хамид Карзай и его главный соперник Абдулла Абдулла, не уступают друг другу. Это предвещает упорную борьбу во втором туре выборов. Страна пребывает в политической неопределенности. Абдулла и другие кандидаты обвинили Карзая и власти в превышении полномочий. Выборы в Афганистане стали важным испытанием для Карзая и президента США Барака Обамы, который дополнительно направил тысячи солдат, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.